Накануне днем возле мемориала Василию Маргелову, герою Советского Союза, родоначальнику ВДВ, собрались десятки ангарчан. Горожане решили отметить день рождения легендарного командующего 30-километровым пешим марш-броском. Такое мероприятие в нашем городе организовано впервые. Инициаторами выступила общественная организация ветеранов. Прибывает автобус, убываем оздоровительный центр «Галактика» и оттуда начинаем пеший маршрут. Дистанция, протяженность точнее маршрута 29, если точно, 29 километров 800 метров. Выдвигаемся в город Ангарск. Нас добродушно решили принять симпатичные женщины из Совета женщин, накормить нас пирогами и угостить горячим, вкусным, теплым чаем. Акцию памяти поддержали те, кто помнит и чтит историю своей страны.